Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить вора. Итак, мы с вами добрались до рыночной улицы. Вот. Так, здесь я взял стрелы и вазочку. Окей, нужно найти генератор. Нужно найти генератор, наверное, я сейчас... Опа. Я, наверное, оставлю веревку здесь. Вот эту. Вот. Чтоб, если что, можно было залазить. Так, ну здесь вот мы посмотрели, здесь нет генератора. Как такового. Давайте пройдемся, наверное. Сейчас, погоди. Еще зомбарь здесь ходит. Ну, я его сейчас. А ну-ка, я хочу испытать, короче, погоди-ка. Мина. Мина, 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 мина. Оп. Не взорвалась, что ли? А я на ней не взорвусь? Испытал, бляха. Так, где там мина? Мина, мина, мина. Где ты? Куда иди? А что она все ему под ноги-то летит? Бляха, урод. Давай на мину. На мину. Ништяк, ништяк. Окей, знаем, что мины у нас убивают зомби. Так, вот здесь мы не смотрели. Смотри, здесь мостик есть. А, это кусок зомби. Сюда вот мы... А, мы сюда заходили, да? Угу. Сюда мы заходили. Здесь у нас есть... А, вот генератор. Погоди, ключ. Отлично. Отлично, вот и генератор. Ништяк. Да будет свет. Так, в комментах вы написали, почему генератор у нас находится в броне какой-то, не в шестеренках. Вы в комментах написали, что на кнопке можно нажать стрелой, выстрелить стрелой. Помните, да, кнопочки там такие были, которые мы не могли достать. Окей, здесь еще что-то есть. Сейчас глянем. А вот и кнопки. А вот и кнопки. Я обошел, короче, с другой стороны, получается. Окей. Но вы говорили то, что можно, короче, стрелой вот выстрелить вот так вот, и она откроется. Окей. Ну, допустим, мы себе сделали более проще. Так, это что за загоны? Это стоило. Стоило для кого-то или для чего-то. Ладно, допустим. Смотри, там есть окошко. Как-то надо туда попасть. А я, кажется, уже знаю. Ты как залез-то? Ну ладно. Так. Пройдемся сейчас туда. Судя по всему, дверь, она и закрыта. Может, ключ? Вверх. Ключ, наверное, чисто к этому. К замочку для решетки. Кстати, теперь можно туда там в темницу-то в ту сходить. Посмотреть, что там. Сейчас я здесь сейчас. Да открой ты дверь! Сейчас мы здесь осмотримся. Так, а я смогу залезть обратно? Да, я могу залезть обратно, если что. Окей, и куда это мы попали? Не понял. Интересно. Какой-то особняк. Интересно. Девки пляшут. Погоди, а может ключ?
Кто шепчет? Это, наверное, призраки. Погоди, а это не собор с привидениями-то? Ух ты, мать! Это эти тут те, короче, скелеты-то помните, да? Так, у меня есть 5 мин. Я сейчас их минами загашу. Где они? Свет вырубил. Хорошо. Так. Погоди, погоди, идет. А, давай-ка вот так вот сделаем. Они наверху. Или он не будет спускаться? Он не будет, что ли, спускаться? Ну-ка я сейчас призову. Где мои стрелы обычные? Куда иди? Не хочет. Леха, я так мину поставил, короче, сейчас сам взорвусь. Так, это что? Понятно. Окей, ладно. Короче, если они будут, если они спустятся, то мы услышим, мина взорвется. Бляха, бляха, бляха. А чё? А чё ржём-то? Бляха. Так, стопэ. А это, как её? Вспышка-то действует. Леха. Так, ладно, пробуем еще раз. Сделаю, значит, следующее. Я, значит, кидаю раз мину. И... кидаю 2 мину. Раз мина взорвалась, значит они спускаются сюда. По идее-то. Без комментариев. Без комментариев. Так, ладно, я делаю раз мина. Блеха, я не знаю, взорвется она или нет. Окей. Так, это так. Пока здесь мину не кидаю тогда. Так, сохранка. Открылись. А чё не взорвались-то? Окей. А чё они не взорвались? Так, а чё у меня? О, я думаю, чё он мне не до конца-то открыл? Давай уже быстрее, ну! Отлично. Убери!
закрыть пока, на всякий. Так. Мадама. Боковая стрела. Оглушить этих тварей я не могу оглушить. Мы тогда пробовали, по-моему, или нет? Так, понятно. А где мины-то? В принципе, у меня есть 7 огненных стрел. Так-то, если чё. Жалко, что вон та мина как-то кривовато получилось. Так. Ждём-с. Вот проблемные, да, твари? Ждём-с. О, идёт, идёт, тихо, тихо. Стрелу пока убрать. Нас один. О, как шика. Че не сдох-то? Да на тебе. Вот так. Добивной. Контрольный. Так, окей. Погоди, я сейчас свет еще включу. Теперь можно, я думаю, включить свет. Да, блёха, дай пройти-то! Развалился тут. Что это за особняк? Интересно, чей это особняк? Ух ты! Да ты глядь как! Глядь тут как-как-как! Заперто? Причем вот так вот сохранился, да, этот особняк просто. Это же не собор? Нет, не написано, что собор. Святая вода. Это священник здесь жил, что ли? Еще закрытый сундук. Еще святая вода, что ли, будет? Змеиное ожерелье. О, вон оно как. Вон как. А, это свет вырубил. Окей. Это если челы, тех бы челов я бы не убил. Или тонов. Крутяк. Окей. Допустим. Одно задание мы с вами выполнили. Нормуль. Так, теперь отправляемся куда? Мы хотели в темницу. Мы подали там свет, мы хотим в темницу. Или что там за херня-то, помните? Темнота там было, там еще кто-то... Летучие мыши, что ли, какие-то летали, или фиг знает, что там. Так, ну, тут не упасть. Ай-яй-яй. Так. Хорошо. А там что? Мы там были, не? Ладно. А, смотри, здесь еще вот сюда спуск есть. А, ну это просто, наверное, да? Здесь никаких проходов нет. И лестница здесь, чтобы... Если я упаду случайно. Да бляха! Да в смысле? Вот. Если я упаду случайно, чтобы залезть. Понятно. Все довольно логично. Так, окей. Не в ту сторону пошел. Окей, идем, короче. Так, рыночная площадь.
Мы, у нас там еще вниз куда-то проход есть, короче. Ладно, пока туда не пойдем. Пойдем туда, в темницу, да? Пойдем в темницу. Так, а тут... Ой. Он что пропустил? Прикинь, колечко. А тут вон спуски. Тоже вниз еще есть. А, там пауки, ёпти мать. Так, а как я... Или... А как мне эту решетку открыть? А, бог с этой решеткой, короче. Мы сейчас пойдем по верху. Погоди, а попробовать вот, вот отсюда перепрыгнуть. Вот туда. Смогу ли? Смогу ли я? Или вот можно. Так вот. Прям по-умному сделал, да? А? Обязательно за это лайк надо влепить. Так. Паучки. Паучки, паучков мы можем убить. Раз. Не докинул. Два. А два выстрела, и паучок готов. Так, давай второй выходи. О, я просто снайпер. Ништяк. Че, их там два было? Ну ладно, если там еще есть, то... Не беда, загасим. Так, как бы теперь спуститься? Аккуратненько, так? Чтобы не разбиться. Посмотри, а здесь тоже нету никаких рычагов, чтобы открыть эту решетку. Ладно, это деревянные балки, если что, мы по веревке спустимся. Ой, поднимемся. Так. Сказал бедняк. Могила стража. Ага. Так. Оставь пару монет на могиле стража. Окей. Так. Пару монет. Где там эти монетки? Ништяк. А, отлично! Мы взяли ожерелье и оставили пару монет на могиле стражи для удачи. Теперь нам удача должна просто рекой валить. Так, а теперь нам нужно осталось найти 2000 и... А. Найти собор и украсть глаз. Я думал, что там еще что-то. Ладно, глаз надо украсть. Основная задача, в принципе, осталась-то. Так, погоди. Наверх. А, здесь ничего, пусто, да? Все, можно выбираться, короче, отсюда. В принципе. Так. Где мои стрелы с веревкой? Наверное, сделаем как? Сразу вот сюда. Стреляем вот так, чтобы забрать стрелу. Вы понимаете, да? Оп. Оп. И все. И усё. Так, остается что? Остается. Мы не ходили туда дальше. Я, короче, предлагаю... Предлагаю сделать следующее. Продолжить вот здесь. Спуститься там вниз. Так, еще куча лабиринтов. А это тот огненный чел-то, помните, да?
Так, ладно, я пока туда не пойду. Где здесь еще лестница? Там лестница, тут лестница. Паук. Ац. Ух ты! Захедшотил. О! Это мне уже нравится. Так, ну можно, в принципе, подлечиться. Бурик? Ну, похоже на то. О, еще. Так, хорошо, окей, я отсюда пришел. Там еще пауки. А, ну понятно. Я вылез с другой стороны. Так, куда я еще тут не ходил? Я поднялся вот здесь, вот так вот. Еще вот сюда вот не ходил. Могу сломать? А? У меня новый меч просто даже деревья рубит. А, ну все понятно. Окей, тогда пошли, короче, к этому. К этому тому. Огненному. Посмотрим, что там. Надо, короче, мимо него так пробежать быстренько и подняться на лестницу. Бегом, бегом, бегом. Так, ничего нет, ничего нет. Ай. А. Да ну. Да ладно. А вон оно что. Понятно. Все с вами. Да. Все с вами понятно. Окей, ну остается идти прямо. Там, так, там бурик и паук. Два бурика. Леха промазал. Могу я отсюда стрелять? Нет. Так, зато я могу стрелять вот отсюда. Собака. Ой, сколько буриков-то на приходило-то. А чё они это? А где паук-то? Ну что-то. Где паук-то? Паучара, Микантара. Ой, как меня достали-то они все. А чё, я по пауку попал, да, что ли? Ой, он еще и прыгает. А, завоняли, завоняли. Сдохни. Просто атакуют, атакуют. Эха. Так, один убежал. Одного я спугнул. Свали ты. Все. Их трое здесь было. Еще третий где-то должен быть. Так, один туда убежал. Кто там бегает? Они когда вот так спугнуты, они не это.
не дерутся. Окей. Что здесь? А. Что здесь? Я сюда пришел. Я здесь это. Заколоченную, да? Разбомбил. Так, окей, отсюда я. Ага. Так, туда и вот сюда. Ага. Здесь свет опять не горит, надо, короче, искать опять этот генератор. Допустим. Да, пусть. О! Помните, да, это место? В принципе, веревочку можно забрать уже. Так. А, я предполагаю, что генератор здесь. Почему-то я вот чувствую, что генератор прям здесь. Минутку. Бляха! Он меня выследил. Ух ты, ни хрена себе, ты смотри, просто с разворота рыгнул от меня. С вертушки. С вертушки рыгнул. Добей ты его. Ништяк. Так. Ага. Так, ну-ка, генератор. Ага, зелье дыхания. Ну, допустим. Может быть, я еще плавать буду. Так, получается. Посмотри, он туда наверх еще никак не был. Да, получается. Значит, так. Делаем. Отлично, просто сделал. Да в смысле, а что ты не это, не того не цепляешься-то? Так. Отлично. Отлично. Оп. Оп. У-у-у-у. Прикинь, еще и княженца. Он что нашел? Ля что нашел? Этот тупой старикан, нынешний хозяин змеиного ожерелья, живет в пустынном переулке к западу от подъемного моста на Соборной улице. На прошлой неделе я посетил его маленькую, но богатую обитель с целью приобрести у него ожерелье. Но он упорно отвергал мои аргументы и предложения. Он сказал, что у его народа принято дарить подарки такой красоты своим невестам перед свадьбой. Ему стукнуло 70, не знаю, какая девица согласилась выйти за него замуж. Не уверен, стоит ли мне теперь применить силу, или лучше найти способ украсть у него ожерелье. Я слышал, здесь неподалеку, рядом с улицей Деперин, живет вор, которого можно будет нанять. Окей. Тут еще и вор какой-то живет. Не прогар это же. Так надо подлечиться. Мы же совсем в другом районе вроде как живем. Так, ладно, ожерелье мы уже украли. Поэтому... Поэтому... Поэтому идем сюда. У нас и то самое. Так, ладно, можно вниз туда спуститься. Лёха, сколько здесь буриков то отлично. Отлично. Ух ты! Ты только посмотри. Ты только посмотри.
щит с замком. Ах ты. Ах ты. Так. Ой, а как мне теперь? Так, где это я выпал? О, лестница. А, как раз, бляха. Как раз лестница. Это. Ну, короче, вы меня поняли. Я хотел объяснить, что это вот это вот место. Вот, так. Как мне попасть сюда? Надо как-то разгоняться, наверное, да? Еще раз. Отлично. Ой. Исцеляющее зелье. Так. А, открывается, да? Не слышно прям как-то. О, теперь слышно. Святая вода. Окей. Святая вода. Это какое-то типа святилище, наверное, да? Ничего нет. Лучок. Все закрыто. Все закрыто. А в смысле, а что? А. Колечко. Колечко, колечко, кольцо. Так, ладно, друзья, у меня, короче, видос подходит к концу. Вот. Поэтому. Давайте закончим. Давайте, наверное, вот здесь вот закончим. Вот. Продолжим же в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на канал, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.